На несколько часов площадь Островского вновь стала белой от снега. В центре северной столицы прошли первые соревнования сноубордистов по джибингу. На соревнования съехались участники со всей России и стран ближнего зарубежья. 30 лучших выбрали на предварительном этапе, что проходил за городом. Чтобы сноубордисты смогли показать все трюки, которыми владеют, на площади построили площадку. Для нее привезли более 100 кубометров снега. Джибинг для России довольно новое направление. Если вы посмотрите внимательно на фигуру, вы увидите, что есть много разных вариантов, таких называемых трасс, где можно себя продемонстрировать в этом направлении. Кроме уважения коллег, победители получили денежные призы. В каком городе пройдут следующие соревнования, пока неизвестно.